В этом видео я расскажу вам про использование обычного аспирина в таблетках для подкормки и улучшения иммунитета томатов. Использовать таблетки нужно с осторожностью, но если следовать рецепту и выполнять подкормку в правильное время, можно добиться шикарного урожая. Аспирин – это растительный препарат, который выделяли еще с ивовой коры более 100 лет назад. Сегодня аспирин можно найти в любой аптечке, а после этого видео вы обязательно должны купить аспирин и для своего дачного арсенала. Ацетилка помогает растению адаптироваться к погоде, бороться с вредителями и болезнями, а еще она стимулирует формирование плодов. Для приготовления раствора в качестве подкормки для рассады и взрослых кустов нужно растолочь 2 таблетки аспирина, развести их на 7 литров теплой воды и делать обработки для полива под корень раз в 3 недели с момента высадки растения в грунт и до самого последнего дня сбора урожая. Вы скажете, что для подкормки можно использовать и другие натуральные препараты, и будете на 100% правы. Но уникальные свойства аспирина заключаются еще и в том, что он защищает посадки от фитофторы. Чаще всего аспирин используют в комбинации с другими веществами. Например, можно смешать таблетку аспирина с 3 граммами пищевой соды, 5 миллиграммами денатурата и 1 литром воды. Если нужно больше раствора, просто соблюдайте пропорции и выдерживайте рецептуру. Обрабатывать кусты этим средством нужно раз в 2-3 недели для профилактики, и фитофтора вообще не коснется томатов, а вы сможете вырастить огромный урожай вкусных и полезных плодов.